Секундочку, извините. Сейчас вы пройдете. Да, ну. Сейчас еще. Чуть успел. Сейчас еще. Не, будет постоянно. Это зажигалочки, настолько хорошие, настоящие. Там зарево есть, наблюдается зарево. Сейчас после взрыва, смотри. Вот, когда, как только за зданием прячется огонек, сразу зарево наблюдается. Вспышечка такая. Но это уже пятая или шестая. Да, да. То есть, ну, это... смотри, слышно бах, да, запустили. Приземление слышно. И секунд через три. Ну ты сейчас бахнул, это, наверное, тот звук. И ловите зарево, сейчас это, будет. Это со стороны Песок, я так понимаю, нет, да? Или нет, с аэропорта? Это откуда-то Маринка оттуда летит. Смотри, сейчас. Бах. Зарево, вот оно. Слушай, ну если это фосфорные бомбы, то их что-то до хрена набросали уже. Ай, блин. Сам ничего не есть. Сейчас стендапчик отпишет. Сейчас. Подожди, может еще что-то снимем. Вот, пошла. Да. Диктофон где, Тарас? У меня в кармане. Вот на фоне этого. Я на фоне этого скажу, а завтра наверняка мы что-нибудь... Слушай, тебя не будет видно. Да. Свет у меня из сумки возьми. Разгляните. Только свет нужно в потолок, потому что у меня здесь децибелы. Можно слегка, понял. Децибелы, да, слегка. Сейчас еще палец. Ох, я видел, да, вспышка была. Да, там уже пришла женщина. Сейчас мы идем. Пошла. Судя по всему, за моей спиной находится зарево от зажигательных бомб. На кадрах вы можете наблюдать, как они приземляются. И после приземления, помимо звука, еще наблюдается небольшое зарево.